Начинаем нашу зарядку с разминки шеи. Начинаем с разминки шеи. Добавляем корпус. Что может быть лучше зарядки на свежем воздухе? Трехкратная чемпионка России, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике Екатерина Капранова уверена, здоровый образ жизни стал трендом, которому следует все больше россиян. Неважно, сколько вам лет и насколько вы спортивны, 10-минутный комплекс довольно прост, но очень эффективен. Задействует все группы мышц. Работают верх и низ, а в конце короткая растяжка, которая также полезна каждому. Зарядка подходит абсолютно для всех возрастов, для всех уровней подготовки, даже не для подготовленных, чтобы все и взрослые, и дети могли тренироваться в связи со сложившимися сейчас обстоятельствами, когда залы закрыты, фитнесы закрыты. Тренироваться на улице – одно удовольствие. Провести лесную видеозарядку Екатерину пригласили Одинцовские единороссы в рамках реализации партийных проектов «Здоровое будущее» и «Детский спорт». Подключиться не поздно. Комплекс доступен и сейчас на YouTube-канале нашего телевидения. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».